16 сентября 2024 года в 20:55 минут на СУЗ поступило телефонное сообщение о том, что в городе Петропавловска, улица Назарбаева, 154, в квартире на втором этаже произошел пожар. По прибытии к месту вызова первого РТП был объявлен повышенный номер вызова 3. По лестничному маршу было эвакуировано 70 человек, из них 10 детей. Также спасено было 24 человека, из них 6 детей. Принятыми мерами пожар был локализован. 21:47, ликвидирован 22:02. На месте пожара был создан оперативный штаб. В тушении пожара участвовало 60 человек личного состава и 16 единиц техники. На данный момент производится обследование квартир на наличие людей.